Фирме-подрядчику, которая делала ремонт асфальта на коммунальном мосту, выписали штраф на сумму более 500 000 рублей. При проверке были выявлены серьезные нарушения. Теперь компания будет вынуждена отремонтировать участок повторно и за свой счет. Речь идет о полосе движения с правого берега на левый. В июне глава Красноярска раскритиковал работу подрядчика после того, как сам простоял в пробке на предмостной площади.